Всем привет, всем здравствуйте. Оля из Тампере, из Финляндии. Я нахожусь в Стокмане. Ну и, конечно, скидки минус 60%. Мне хочется что-то примерить и снять вот такой примерки контент. Товара очень много, но вот как выбрать? Вроде как и есть, а вроде как и нету. Либо очень большое, либо очень маленькое. Вот эта фирма для пухляков. О, вот здесь я чего-нибудь сейчас возьму. Ну и, конечно, новенькое. Примерочные очень малюсенькие, но... Пожалуйста, берите сколько вещей вы хотите. Я взяла вот такую пальтушку. Это у нас финский дизайн. И помните, вот эта фирма, она выпускает плюс сайз, то есть размерчики есть. Ну, я взяла размер 48. Вот такой тоненький-тоненький пуховичок. Это, конечно, у нас синтепон, синтетика. Но почему нет? И вот опять этот цвет. Вот вроде мне пишут: Оля, что вы, вам вот этот болотный зеленый так хорошо. Ну вот я не знаю, мне кажется, как-то он сливается очень с волосами. Но вот все равно решила примерить. Если бы мне такое пальто было нужно, но цена просто шикарная. Ну шикарная цена. Скидки 60%. Вот первый раз просто как влитое, и длина как раз по колено, и рукава загибать не надо, и молния какая красивая, она расстегивается и вверх, и вниз. И вот эта вниз пипочка тоже здорово, можно всегда расстегнуть, если сидишь в автобусе или в машине. Просто красота. Стирать можно в машине, не надо нести в химчистку. И, как говорится, вот вам шик, блеск, красота. Если действительно 60% скидка для такого пуховика. И там еще был размер 52. То есть можете себе представить, как здорово, вот что есть размерчики, и пухляки могут что-то себе симпатичненькое купить. Вот это тоже я взяла из-за качества. Мне хочется померить, конечно, шерсть. Я ищу вот такой, как говорится, свитер, но взяла платье тоже опять из-за цены, 79,90, размерчик у меня L-ка, и с этого тоже 60% скидки. Я удивилась, что как красиво вверх, вот я так сейчас надеваю, и я поняла по этому видео, смотря на себя, никогда нельзя снимать примерки вот с такой головой, которая мыта была 2 дня назад, когда голова должна быть всегда свежая, пушистая. Вот я пытаюсь как-то что-то тут, нет, не получается, и я какая-то усталая, кажусь, вот знаете, как киса, измученная нарзаном. Даже то, что я нанесла помаду, помада не спасает, потому что немножко растеклось у меня на глазах вот это то, что у меня подводка. И я опять в этом платье, как вечно беременная Люся. И, народ, помните, вот эта вечно беременная Люся, это мулька из скетси, то есть не придирайтесь. И здесь вот второй сорт, здесь зацепка, поэтому я поняла, почему он был повешен, это платье, вот туда минус 60%. Нет, конечно, эта одежда не моя, я как вечно, вот действительно беременная Люся. И мой пузень, вот как бы я ни похудела, но нету возможности вот с пузеня скинуть эти 10 килограмм. Они первые уходят с лица, с ног, с попы, а последняя уже, как говорится, с живота. Ну ладно, пойдем дальше. Вот взяла эту футболочку. Тоже Made in Finland. Ну, цена, ну, просто смех. 19,90 и 60% скидки. Думаю, вырез, да, вещь натуральная, люсель. Думаю, дай-ка я померю. Белая футболочка мне всегда нужна на лето, да, здоровско. И, конечно, качество шикарное. Шикарное качество, 40 можно стирать. Думаю, дай-ка я померю. Но вот опять, как хорошо вверх. Вот как мне нравится V-вырез. Даже моя, как говорится, возрастная шея с каким-то бомбером. У меня есть бомбер от Мазая синий. Был бы вот просто шик, блеск, красота с белыми льняными брюками. Но когда я смотрю дальше, слабонервных, прошу сейчас закрыть глаза, чтобы не упасть в обморок вместе с телефоном. Ну, у меня внизу черный топик, я не стала снимать. Но вот я люблю такие бюстгальтера, которые не просвечивают. То есть не видно ни кружев, ни бриллиантов, ни каких-то еще чего-нибудь. Очень хороший рукав вот до локтя, как раз для пухляков. Но низ. Ну, мама родная. Ну, это просто караул. Нет, конечно, я хоть и прикалываюсь над собой, но в жизни я такую футболку не куплю. Так, дальше вот это платье. Ну, это платье село просто как на меня. Это у нас
Размерчик XL 119 евриков стоит. Крона 1300, норвежские кроны 1499. Вот вам, будьте любезны. Так, и у меня здесь размер XL, и у нас это вискоза. И помните, народ, вискозу стирать в холодной воде, то бишь 30, она может подсесть. Ну вот это моя помада подошла под это платье, просто как доктор прописал. Да, конечно, вырез многоват, но я люблю вещи с декольте, это никакая не проблема. Ну вот можно так подтянуть топик, если хотите, чтобы вот эти 10 сантиметров декольте бы не было видно, пусть будет кружавчики видны. Фонарик рукав, очень красивый рукав, мне подошел он просто как влитой, рукав на резиночке и хорошей длины, то есть мне обычно рукава очень длинные, я как-то пытаюсь их задернуть и получается, как знаете, вот с короткими руками человек мучается, то есть наверху село просто как на меня, и здесь впереди вот такой защип. И оно немножко буквой А, то есть вот как люблю я. То есть туго-туго в груделях, и потом буквой А, и длинное, но не в пол. Не то, что ты будешь идти где-то и бояться, чтобы тебе кто-то не наступил на подол. То есть платье вот как пошито на меня, на пухляка, вот на такую женщину, как говорится, плюс сайз и 50+. То есть, конечно, никакого вот такого, чтобы, знаете, просвечивало прямо до самого «не хочу и не балуйся», это, конечно, не мое. То есть в таком платьице хоть куда. Вот если вы имеете такую фигуру, как у меня, в Stockmann очень советую. Красивое это платье, и там было два цвета с этого платьица. Так, следующее платье я взяла вот такое. Это у нас фирма из Дании. Молодцы, конечно, да. Вот эти вещи из Дании всегда меня радуют. Даже как пришиты пуговицы. Пуговицы тон в тон синенькая. И синенькой ниточкой пришита. 89,95. И вот, пожалуйста, опять и шведские кроны, и норвежские кроны, и так далее, и так далее. Это у нас вискоза. И вот такая экологическая еще. Теперь модно вешать вот такую бумаженьку. Мне напомнил этот материал, не помню, где я мерила такое же платье. Вот прямо один в один. Но я не знаю, почему. Вот я когда на себя смотрю в этом платье, мне кажется, что уж действительно я какая-то усталая, старая, замученная. Ну вот не мой это фасончик. И опять эти рукава. Помните? Сеня, береги руку. Вот у меня здесь точно такой же эффект. Сеня, береги руку. Только пальчики видны. Нет, конечно, я в этом платье себя не чувствую вот такой, что Донна Роза Дельвадорес вошла и все упали. Нет, как-то что-то уж больно скучновато. И вообще мне этот материал напомнил. Да, не буду, ладно, не буду, на что мне этот материал напомнил. Но действительно, вещь не моя. Ну и дальше я взяла вот такую синенькую. Многие помнят, что я обожаю синенькое. Вот этой фирмы было много вещей. И посмотрите, какие красивые размеры. То есть XL-ка просто со свистом на меня. 89,95. Опять у нас тут вискоза. Красивые синие пуговицы. Синенькая ниточка пришита. И я всегда прикалываюсь, когда на какой-то красивой вещи коричневые пуговицы еще не в попад слепой китаец может пришить. Здесь все вот в тон, в тон. Синий цвет, конечно, мой. Воротничок вот такой. Но, опять же, если вы хотите, можно отогнуть, вот так сделать буквой В, загнуть, ничего страшного. Все это я прекрасно понимаю. Хорошо, манжет сел. То есть не надо мне было мои толстенькие ручечки пытаться впихивать. И фасончик вроде так неплохой. Я вот прям смотрю, ну, я люблю платье. И сейчас я примеряю платье. Мне многие стали писать: Оль, ты не поверишь, вот насмотрелась на тебя, на твои примерки платьев. Думаю, не купить ли мне на лето платье. Вот действительно, платье для женщины это самое то. Хоть бы какие красивые не были леггинсы или брюки, или какие-то еще, что вы носите. Но все равно платье так женственно всегда, с какими-то даже, я не знаю, с сандалиями или что вы носите на ногах. Да, платье украшает женщину, но вот этот фасон мне маловат в грудях. То есть вот эта пуговица, я вообще боюсь, что она лопнет, если я сделаю ха, если я подтяну как-то грудь вперед вот сюда. Нет, прямо расходится пуговица. Пошита не для моего роста, наверное, может быть,
женщина должна быть выше или ниже. Вот эта пуговица как раз вот здесь в критическом месте. А так красивая. И ниже колена, два кармана. Карманы на хорошей, хорошо расположены. Вот как раз где моя рука. И я еще взяла со скидочного стендика вот такое. 46 размер, 69,90. Здесь у нас эстонские, да, в Эстонии оно тоже 69,90. И вот этот фасон. Здесь мне больше нравится вырез, что он не до самого, вот действительно, декольте. И я пытаюсь как-то даже лицо состроить. Ну, да, вроде так ничего. Нет, ничего, ничего. Этот фасончик ничего. Но вот единственное, перец. Сейчас я покажу, что я сомневаюсь. И почему я, как говорится, вот его кручу. Посмотрите, какой красивый рукав. Резиночка, то есть ничего не тесно. Как раз хороший вот такой рукав. И длина по колено, как люблю я. Но вот эти два шнурка. Вы мне скажите, народ, что думал дизайнер, каким местом он думал, куда эти шнурки. Вот я сейчас попытаюсь эти шнурки завязать назад. Вот я их затянула назад, получилось вот так, как отрезное под грудями, и она сразу стала короткая. То есть это уже не платье, это уже туника. И мне кажется, вот такой фасон меня толстит. То есть я как это квадрат, то есть я и такчик без талии, а тут еще вот так под поясок. Так, теперь я этот ждудок, помните, из ослика и аж ждудок выходит и выходит. Вот он входит и выходит, я его завязала наперед. Я не знаю, мне кажется, тоже наперед как-то не тае. Народ, вот я не знаю, может быть, действительно я придираюсь, или этот шнурок чего-то, куда его нужно завязать, назад или вперед? Нет, что-то как-то наперед мне тоже не нравится. Ну, потом я решила завязать вот так два бантика. Помните, как дерни за веревочку, дверька и откроется. Да, это вот опять ослик Иа. Да, что-то как-то вот два бантика, не знаю. Ну вот, что дизайнер думал, куда эти два штутка? Да вот я так завязала наперед. Да, материальчик очень приятненький, вискоза. Ну вот как-то эти шнурки, и их шнурки эти не отрезать, потому что просто будут две дырки. Да, вот если рукодельницы какие-то есть, купят такое платье, конечно, они смогут это все оформить. Ну вот я человек не шивший, да, конечно, никогда шитьем не буду заниматься на старости лет, так что это платье мы оставляем. Большущие скидки, я вот прямо показываю, что, народ, если вы тусуетесь, и брючки, и джинсы, и куртки, и все, будьте любезны, минус 60%, только примерочную, и, как говорится, кошель открывайте, очень бюджетненько можно в Стокмане приодеться. Посмотрите, минус 60% скидки. Ну и, конечно, здорово все висит вот так, где скидки брюки, где кофты, где у нас куртки и так далее. Ну и на первом этаже у нас все остальное. Очень много вот такого действительно, что можно сейчас купить с большущими скидками и сэкономить. Подписывайтесь, не хворайте. С вами была Оля из Тампере. Всем физкульт-привет. Пожалуйста, напишите комментарии, если видео понравилось.